Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди и Настя, поздоровайся. Мне все еще не придумали приветствие, всем привет! Да, мы продолжаем снимать это серия за серией, поэтому несколько серий мы будем выбирать приветствие. Для тех, кто не помнит, пишите в группе, видео шлите в группу с вашими видами приветствия. Ну, короче, посмотри предыдущую серию, я думаю, вы догадаетесь. Играем мы сегодня в Лаки в Локи, снова мы в пустыне Майнкрафтахара, и сегодня у нас будет... Так, Войд Урса. Это вот я на секундочку вам ее покажу. Бдумс! Вот, оно очень стеснительное, и поэтому оно и днем не появляется, только ночью. Поэтому вы увидите всю ее мощь именно ночью. Скажу только то, что она действительно не слабая. Ну давай, наверное, начнем. Сейчас надо Кия геймру сразу. Слушай, а может быть будет тогда честно, чтобы зелье ночного видения, а то а, кстати, отличный вариант. Темный. Отличный вариант, да. Зелье ночного видения себе возьмем в конце. Но пока не надо, пока не надо. Успеется. Все, поехали. О, Лаки Шип, моя любимая, здорово. О, да, детка, о, да. Лаки Блоки, вы меня любите, да? Вы меня обожаете. О, ну, что, да, что, уже мечик дали? Да, у меня уже мечик. Так, теперь мне нужно отсюда выбраться. Настюш. Да, Андрюшка. Отлично, вы пошли на начало серии. Подожди, я знаю, как это решить. Отойди. Бабай. Осторожно. Вау, через мои лаки-блоки протекает лава. Как-то мило. Во, шикарно. Ну, прости, конечно. Что ударила. Картина. Да ничего, жаль. Ничего, я как-нибудь потерплю. Моя, да... А, Боб! О! Ой-ой-ой. Боб, за что? Мы же с тобой были большими друг... Да хватит, блин! Опа! Настя. Парам-пам. Да-да. Ты моя отмычка. Открой, пожалуйста. Я только отмычка. Все. Замечательно. Да! Из одного уже упал в другое. Ну что такое? Ну что такое? Да зачем Винди? Ты походи к Винди. Скорее! Кимис. О! Ой, осторожно. Вау! Что-то не так сегодня, да? Заметил тоже. Что-то не особо фартово, я бы тебе сказал. Так, Боб, сволочь, не нарывайся. Что такое? Настя. Да? Открывашка. Там еще один Боб гуляет. Мне кажется, ты меня используешь, знаешь. Ну, пожалуйста. Что, ну, что из этого будет? Я тебя... Ням-ням-ням, не знаю, что. Тебя... Ням-ням-ням, я тебя предупрежу! Боб! Ты плохо в этом. Зато Останьте, я спасаю мужчину. Ай! Боб! Этот гад выждал момент, пока ты подойдешь, чтобы убить и меня, и тебя. Он стоял и ждал. Тактика. Чертов проныра. О, блок. Еда. И, о, железный кипяток. Нет, Боб. Ауч. Фу, Боб. Ауч. Так, Боб, ты меня заманал, понимаешь? Бобы, всему же есть предел. Ай. Не-не-не, я так легко не сдаюсь, Бобики. Гигант, иди домой. Тебе здесь не рады. Иди туда, где тебя ждут, где тебя хотят видеть. Но это не здесь, жирная эта кобыла. О, теперь, Бобы, настало ваше время. Можешь даже кусить кактусы, если хочешь, но я тебя все равно убью. Сейчас, подожди, Боб, подожди, Боб номер два. Да, как он меня убил? Неважно. Кстати, уже темно, Хьюстон. Я рада, что у тебя там весело, короче. Хьюстон, темно. Тебя убил, Боб. Меня ко мне идут новенькие. Боб, я с тобой еще не закончил. Всё. Серьезно, меня убил Боб? Да. Oh. Боб, привет. Мы с тобой, я как говорил, еще не закончили. Что из него выпало? О, из него что-то клевое выпало. Железные прутья. Суп. Я, пожалуй, просто вот здесь вот посижу. Мне. Да зачем? Вы меня убили? Где это моя броня, нормально. Блин? Шо Б? Я тебя сейчас по Б. Да зачем мне песок? Железные прутья. Так, ладно, вы мне надоели. Истекла последняя капля моего терпения. Истекла. Вы знаете, что с вами будет? Вы сгорите. Где? Вот. Нет, не оно. Не оно. Где бра... Один из этих тварей одел мои ботинки! Тварь! Уйди отсюда, мелкий шмыг! Да что, я тебя ударить-то не могу. Да вы гляньте, я его бить не могу. Вот. Я вас задел. Андрюх, я сочувствую тебе всем сердцем. А что такое? Ты-то где? Да, так, вот развлекаюсь, кофеек пью. Вкусный кофеек с корицей. А ты все закончила? Я все, да. Расскажи мне побольше про этот кофеек. Слушай, я хочу знать короче... все о твоем кофейке.
Тут у меня ванильная мороженка, целый шарик, шоколадный сироп. Вот. Поэтому оно с таким сливочным вкусом. Корица, имбирь, кардамон и немножко гвоздики. Я выжил! Аромата. Я выжил? Это невозможно! Конечно нет. Лол! На меня упали железные... нет, как их зовут? Наковальни? Ого! Я сломал лаки-блок, там был динамит, я был в это время в клетке, то есть от взрыва мне никуда не было спрятаться. На меня упали наковальни, взорвался динамит, и я выжил! Потрясающая новость. Потрясающая. Так, еще надо вот этот лаки-блок. Бум. Ничего тут нету. Не нравится мне версия 1.7.10, дурацкая, ну какая там? Что такое? Да моей Яве вечно не хватает места. Это мод, мне кажется, такой, поэтому мы на нем скоро закончим. А, я думал, у тебя лаки-блоки кончились. Я-то думаю. Вылить успела, кофеечку навернуть, все нормально. Блин, а я бы хотел кофеечку такого навернуть. Он клевый. Надо будет к тебе заскочить, забрать. Дай мне твой хлеб. Мне нужен твой хлеб. Осторожно, тут может быть, ну, мое везение. Боб. Лаки-лопатка. Ура! Еее, у тебя есть хоть что-то могущее кого-нибудь ударить. Нет, Боб, ты меня ударил. Я таких, как ты, гад, не прощаю. Ти, господи. Мой невероятный меч сильнее твоего невероятного. Не знаю, ты меня даже не мечом бьешь, ты меня просто в обнимашке. Не будет тебя обнимашек. Бесчувственная скотина. Все, он умер. Не дойдешь до меня. Дошел. О, спасибо за броньку. Спасибо. О-о-о. У него все сломано почти, но, по крайней мере, у меня есть какая-то броня. А у тебя как? Ну, у меня вот так. Все, да? У тебя больше ничего нет? Нет, у меня только надежды. Кажется, так надежда. Ну, да. Ладно. Значит, давай-ка я включу себе гейм-мод. Подожди, у меня я еды нет, еду я себе давать не буду. Я себе дам, и тебе, Настюк, я сейчас дам ночное зрение, ага. Его самого. Невидимость. Мне это не нужно. Зелье силы тоже идет мимо. Зелье ночного видения. А есть взрывное? Вот оно взрывное. Зачем тебе взрывное? А, ну да. Чтоб не пить, а чтоб... Вода! Вот. Так, теперь у нас 6 минут, надо торопиться. Да. Got to go fast. У меня еда нужна. Ну ладно, ты все сделал, что хотела? Да. Давай. Кинь в себя зелье, восстанови здоровье, а то потом все, капец будет. Чё-то вообще. Ну да, вообще-то я забыл об этом. Молодец, везде молодец. Дай-ка я себе дам здоровье, потому что я же должен вылечиться, на самом-то деле. Ну-ка, давай. А не то неправильно. Хлебушек у тебя есть? Господи, ничего у него нет, на, кормись, боже мой. Ты мне дала хлебушек? Нет, я дала тебе пирожочков с такой. Это мило. Снятских. На лечение. И где пирожки? Где пирожки? Ты всосала пирожки? Нет, они у тебя. Ты всосала пирожки? Нет, они у тебя. Да ты всосала пирожки. У меня нет пирожков. Они у тебя? Я точно дала тебе половину. У меня осталось только 7 штук, было 15. А у меня нет пирожков? Ауч. Дай мне 2 пирожка. Спасибо. Мои кончились. Уже. Быстро. Да. Я очень съедаю. Это пирожок. А, такой пирожок. Ты бы сказал пирог. Я думал, ты мне картошки дашь. Называем Урсу. Раз. Ты готова к этому? Ты готова? Нет, я должна покушать. Раз. Так. Два. А ну-кась. Три. Ура! На тебе. Ой, воу. Что это? Воу. Как так? Что произошло? Ого, я победил ее! А ты вызвал... Ты лаву туда кинула? Да. Ха-ха! Командная работа! Тактика! What the fuck? Вот эта хрень в тот же момент ты пыхнулась в сторону и тебя взорвал крипер. Вау, просто вау. Командная работа показала нам. Это круто, это супер. Очень круто. Это просто такой неожиданный поворот. Ужас. Ай, на меня нападает жук. Слушай, я сразу не получал такого удовольствия от собственной смерти. О, ладно, ребят, в этот раз проиграла Настя. Внезапно. Ауч. Всем спасибо за просмотр. Ай, ты меня испугала, блин. Почему ты меня убил? Да, на меня упала какая-то штука, я думал, это зомби. Какая-то штука, нифига себе. Да, смотри, теперь... они бьются, а как-то все. Теперь у тебя новая кликуха, какая-то штука. О, отлично.
Великолепная какая-то штука! Великолепная штука! Всем спасибо за просмотр! Извини! Пока-пока-пока! Удачи!